Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Ольга Золотая. И сегодня я хочу поговорить о том, что же делать, когда вам кажется, что ваша жизнь разваливается на куски. Я думаю, что у вас у многих бывали такие моменты, когда вам кажется, что вы сделали неверный выбор, когда вам кажется, что вы совершили очень большую и грубую ошибку, когда кажется, что все, что вы не делали, это все впустую, это никуда вас не привело, это привезло вас в какой-то тупик. И вам кажется, что все, жизнь закончилась, она буквально разваливается у вас на глазах, и вы не знаете даже, как ее спасти. И тогда вы начинаете замыкаться в себе и просто наблюдать, как все валится. Итак, помните самое важное, самое классное, самое сильное правило в нашей жизни. Любой кризис – это новые возможности. Даже если вам сейчас кажется, что это звучит как-то напыщенно, все об этом говорят, это везде слышно, во всех книгах об этом пишут. Как же это практически? А практически это так. Кризис, он говорит о том, что так, как вы действовали до сих пор, вы действовать уже не можете, это не работает. Это просто логически можно прочитать. Я делала так, 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 или я делал. Все, это не работает. Значит, какая у нас идет следующая мысль? Как сделать так, чтобы оно заработало? Понятно, что у вас куча эмоций, понятно, что у вас там фейерверки переживаний, но это простая мысль, что кризис вам сказал: ребята, стоп, машина. Значит, нужно остановиться, посмотреть по сторонам и начать делать что-то иначе. Просто делай все наоборот. Пока ты найдешь, в какую сторону пойти, а сейчас нужно действовать, ты разворачиваешься на 180 градусов и начинаешь делать абсолютно все наоборот. Не факт, что вы делаете правильно, но сила в том, что вы что-то делаете. А раз то, что вы делали, не привело вас к желаемому результату, самый логичный ход – это развернуться на 180 градусов. Потом по ходу вы разберетесь. А что такое новые возможности? Дело в том, что новые возможности – это то, чего у нас еще с вами нет. А раз этого нету, мы не можем об этом думать. Мы не знаем, мы не можем это пощупать, представить. И плюс мы даже не можем предположить, в какую сторону это нас выведет. Поэтому здесь нужно доверие. Здесь нужно доверие себе, доверие своим близким, доверие ситуации, доверие Богу, который вас любит и, конечно же, не бросит. То есть вы просто начинаете смотреть. Да, я всегда ходила направо в этой ситуации, а, возможно, сейчас мне надо сходить налево. Да, я всегда логически думала, а теперь, возможно, мне нужно пойти с сердцем. Да, я всегда пользовалась советом своих друзей, а сейчас, наверное, я буду думать, что бы хотела я сама. То есть вы начинаете выбирать те поступки, те шаги, которые никогда вы не совершали. И именно это может привести вас к возможностям. Возможность – это неизвестное, и вот в этот момент вы должны зажмуриться и прыгнуть в пропасть. То есть войти вот в это вот неизвестное, чтобы сделать его потом своим известным и чтобы сделать это своим ресурсом. Просто не стоит этого бояться, не стоит пытаться все контролировать, не стоит пытаться все объяснять. А нужно просто иногда довериться своему чутью и довериться тому, что вы делаете какие-то непонятные ни для кого, даже для вас непонятные вещи, но именно они могут привести вас к результату. Вот что такое. Кризис – это новые возможности. И ничего такого вот мистического в этом нет. Это просто очень верная и очень хорошая фраза. И она помог нам в жизни. И когда мы начинаем действовать таким образом, наша жизнь уже не разрушится. И я вам, конечно, советую, чтобы у вас на это были силы, и чтобы вы доверяли себе. Потому что жизнь ваша, никто не поможет вам, только вы сами. А я прощаюсь с вами, желаю всего самого хорошего, счастья, удачи и на пасаран.